очень значительных размеров и такого же содержания. Специальное кофюрное издание бритвы клинковой мануфактуры Фонтениль 134 номер предлагается вашему вниманию. Прежде всего, поскольку бритва прибыла вот в такой оправе, это самое начало 20 века, вот еще раз, по оправам вполне себе запросто можно определить, когда бритвы выпускались. Если вот материал пластика, он так, особенно вот в этих местах, если он начинает деформироваться, я прошу простить, руки грязные, я продолжаю исследование возможного применения графита в заточных сетах, поэтому после него потом тяжело руки отмывать. Итак, вернемся. L'ami du coiffeur – это друг парикмахера. Еще раз, это специальное парикмахерское издание. Характеризуется прежде всего двумя факторами. Фактор номер один – это размер, и фактор номер два, который гораздо более фундаментален, это структурные особенности стали. Опять же таки, поскольку оправка такая, ну, дремучая, естественно, я озадачился изготовлением новой оправы, причем на одном элементе ее я хотел бы отдельное внимание уделить ей. Вот таким вот образом выполнил я клинышек. Вот так вот. Раз. Вот такая достаточно непростая геометрия. А это все для того, что клинок очень большой. Вот сам клинок. Специальное парикмахерское издание. Вот он, фонтениль. И здесь еще, вот прошу обратить внимание, по-моему, там сверху написано специальное парикмахерское, как это правильно? Ну, литературно, наверное, будет выразиться выборка. Лами – это полотно, скажем так, особый парикмахерский клинок, вот так. Чуточку больше здесь, по-моему, 21 мм, 21,5. Вот такая выборка. Она, естественно, номинально она полная, но крайне твердый клинок. Не просто твердый, а особо твердый. Вот так его можно окрестить. Естественно, идеального состояния. Просто идеального состояния. Я, понятное дело, еще тут шороху навел. Блеск, шик, красота. Мощнейшая спина. Спуски начинаются приблизительно за, ну, здесь, наверное, 4 мм от верхней мертвой точки обуха. Вот, прошу обратить внимание, ни к чему нас не отсылает вот эта прекрасная штука. Кстати сказать, очень цепкая вот эта накатка. Это тоже, я так подозреваю, именно для того, чтобы использовать в профессиональных целях. Для того, чтобы не скользила в руке, сидела цепко и четко. Ну, оно так и происходит, естественно. Ну и сталь. Сталь, доложу я вам. Сталь отменнейшая. Очень просто. В два конца рубит. Справиться с любым объемом поставленных задач. Тут даже никаких нету, двух мнений быть не может, скажем так. Остался след от изоленты. По обыкновению в один слой изоленты и слой ленты каптоновой точилась. Еще раз, очень и очень нарядная. Вот собрал прямо, прямо в идеал, прямо в центр. 2-миллиметровые оси, 4-миллиметровые шайбы от Константина, которого я, как обычно, безгранично благодарю. Великолепного качества, от него всегда
расходники поступают, и домики он делает сумасшедшие по красоте. И, естественно, прежде всего, пины. Еще раз, вот так, чтобы было видно. Оп-ля. Вот такая роскошная бритва в любую коллекцию. Ну, по сути дела, форма здесь такая, она, конечно, побольше, чем универсальный размер. Однако, опять же таки, даже для начинающего разор-маньяка будет прекрасным, прекрасным даже первым инструментом. За счет того, что сталь очень твердая, будет очень хорошо держать заточку, долго. Единственный нюанс из этого вытекающий, единственный, состоит в том, что, естественно, самую капельку нужно больше внимания уделить правке. Если, допустим, вы делаете обычно там 30 проходов, ну, сделайте на 20 проходов больше. 50 проходов – отлично. И прошу вас, не забывайте о контрольных тестах на рез волоса. Это очень-очень показательный тест. Потому что часто и густо бывает такое, даже у достаточно опытных пользователей не всегда получается правильно осуществить правку. Ну, не то чтобы правильно, но эффективно. Вот поэтому контрольный тест, он прекрасно показывает абсолют остроты. Как минимум на корень, а естественно лучше в идеале в обе стороны, бритва должна тест на рез волоса проходить. В таком случае тонкость доводки области режущей кромки, он на должном уровне находится. Она, тонкость, ну или объем металла в области режущей кромки, на должном уровне, так и столь необходимым для качественного результата в работе. Все, у меня поэтому все. Да, цена вопроса 4000 гривен ровно. Прошу любить и жаловать. У меня на этом пока все. Искренне надеюсь, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай.